протрактирую тебе. Для начала вскипяти 2 стакана воды. Окей. Что дальше? Брат, что за как же мне надоел этот карантин. На самом деле, для меня ничего не изменилось. Я только что начал играть в вас. Но я не могу сказать то же самое о папсе. Я одинок. Ты одинок. Знаешь, что это значит? Мы уроды. Разве я не проделал большую работу, защищая тебя? Я имею в виду, посмотри на себя. Ты не умер ни разу. Эй, что этот взгляд должен означать? Я ошибаюсь? Ух, осталось еще 3 подарки сделать. А как у тебя успехи, приятель? Думаю, Эр не будет против, если я предложу ему руку помощи. Что за... Ну, по крайней мере, ты не предложил ему руку и сердце. Отличная идея. Я пошутил. Ты слышал об эльфе на полке? Хорошо, тогда приготовься к... носку на полу! Бро, это же не в рифму. Да подними ты его уже! Эй, Эрар, смотри, что я принёс. Что-то ты принёс? Ну, я был в гостях у некоторых АВ и нашёл эти сладости. Ты хочешь съесть одну? Нет, спасибо. Я не думаю, что это хорошая идея. Давай, только одну, ради меня. Окей, но только одну, ну. Окей, съешь вот это. Оно называется шоколад. Взял из Андерфелл. Только один укус. Хорошо, бро, ты знаешь правила. Правила. Ага, дальше. Это просто. Что? Дай мне секунду. Бро, если ты не сможешь ответить, у тебя серьезные проблемы. Заткнись. Это легко, просто сфокусируйся. Что это за хрень? Почему оно так чертовски размыто? Размыто? Черт. Эй, положи руку обратно на глазницу, я диагностирую тебе слепоту. Прекратите все драться, это нечестно по сравнению с ребенком. У них только маленькое детского размера оружие. Оно едва может кого-то убить. Эй, ты можешь перестать? Пошел ты. Вы говорите, Торрель, что Санс не защищал вас, как того обещал. Похоже, у него наступило плохое время. Походу мне пи***. Я не буду это делать. Ну давай же. Нет, это тупо. Они такие удобные. Иди нахуй. Я сказал нет. Ты не можешь закончить наряд без них. С остальным все в порядке. Но я не собираюсь носить эти чертовы тапочки. Как хочешь. Она слишком пушистая для меня. Вы новенький из других вселенной? Вау! Дайте угадаю, вы из Фелтейл и Тейлфейл? Нет, блин. Лексикон. Мы просто поменялись одеждой. Уи! Я тоже хочу поменяться одеждой. Никто не захочет носить твою дерьмовую одежду, Но... Я тоже Санс, почему ты всегда оставляешь меня в стороне? Нет, только не это лицо. Ва-ха-ха. Я такой подлый ублюдок. О, мы так много говорим об этом. Давай, Эр, скажи мне честно, как моя игра на плете? Это все равно, что заказать пирог и вдруг обнаружить, что у него нет начинки. А? Что? Да как ты смеешь? Да ты... Тебе нужно поспать! Взгляни на себя, дружище. Мелкий, толстый, всегда уставший, плохо одет. Черт, да просто идеально. Санс! Я потерял работу! Я провалился! Прошу прощения! Но я надо другую! Не смей! Вам необходимо высшее образование, чтобы устроиться на эту работу, сэр. Что такое высшее образование? В универе. Вы еще не получили среднее образование, так что мы не можем принять вас. В старших классах. Вы еще не закончили начальную школу, так что мы не можем принять вас.
Я слышал, что он делает успехи в образовании. Я очень сомневаюсь в этом. Я тоже хочу пока... Привет, Сан. Я его не знаю. Что? Ты знаешь, когда мы вчера встретились, ты у меня что-то украл. Извини, но кошелек я тебе не верну. Ты украл мое сердечко. Как? Я проголодался, но сдавать не хотелось. Поэтому я поехал на кухню. Ты что? Держи. Великолепно, теперь моя очередь. Моя! Что? Эй, это не так работает. Я передумал. Теперь это моё. Хоррор, нет, это фрисби. Не добыча, ты лучше этого. Не вспоминая того, что ты меня обслюнявил. У кого каллиграфия лучше? Вы должны написать свое имя и что-то еще. Это все будет записано в блокнот. Привет, меня зовут Рим. Надеюсь, ты счастлив. Привет, меня зовут Эр. Пожалуйста, оставь меня в покое. Я думаю, что у Гена хороший почерк. Привет, меня зовут Гена. Береги себя и хорошего тебе дня. Это... Заткнись. Я думаю. Все именно так, как ты думаешь. Я Найтмер. Иди нахуй. Ладно, у нас есть победитель.